Об особой роли в развитии парашютного спорта в СССР, а в последующем в России, парашютистами воздушно-десантных войск. Основная заслуга в этом принадлежит Центру специальной парашютной подготовки, который был основан на базе Центрального спортивного парашютного клуба воздушно-десантных войск, который был основан в 1963 году. Именно в этом центре подготовлены самые именитые спортсмены Советского Союза и России. Именно парашютисты этого центра совершали прыжки из стратосферы, прыжки на северный и южный полюсы, прыжки на пик мира, на Памир. А сейчас мы видим вертолет Ми-8. Он предназначен для десантирования парашютным способом личного состава в различных метеоусловиях, днем и ночью. Используется в качестве пункта управления, разведки и корректировки артиллерии и авиации, десантирования по штурмовому и огневой поддержке войск, эвакуации с поля раненых. Экипаж 3 человека. Командир вертолета – капитан Сердюк Андрей Сергеевич, летчик-штурман – лейтенант Кобзак Иван Дмитриевич, борттехник – старший лейтенант Половников Павел Александрович. Сейчас в первом заходе с высоты 1600 метров борт вертолета покинет группа парашютистов из 6 человек. Вот они сейчас уже, да, вышли из самолета, открывают свои парашюты. Прыжок выполняется с комплектом высотного десантирования «Юнкер». Именно с этим комплектом был совершен первый в мире, в мировой истории, групповой высотный прыжок из стратосферы с высоты 10 тысяч метров из самолета Ил-2 в условиях суровой Арктики в районе архипелага земли Франца Иосифа. Время свободного падения тогда, в 2020 году, составило 3 минуты 40 секунд. В ходе прыжка были испытаны специальные средства высотного десантирования, парашютные системы специального назначения и индивидуальное кислородное оборудование, навигационное оборудование, а также специальное снаряжение и обмундирование в суровых условиях Арктики. В комплекс «Юнкер» входит парашютная система специального назначения, предназначенная для совершения боевых и учебно-тренировочных прыжков со снаряжением и грузом из разного типа самолетов с высоты до 1000 метров. В комплект входит прилет кислородный, высота применения до 1000 метров. Он предназначен для обеспечения дыхания парашютиста кислородом автономно. Обеспечивает стабильную работу в автономном режиме до 45 минут. В комплект входит шлем, который имеет высокие защитные характеристики. Предназначен для монтажа маски индивидуального кислородного оборудования, прибора ночного видения и дополнительного оборудования. Грузовой контейнер, рассчитанный на массу до 50 килограммов. В контейнер можно поместить оружие и другое необходимое десантнику снаряжение. Очки ночного видения, предназначенные для наблюдения окружающего пространства при естественной ночной освещенности. Общая масса десантника со снаряжением и вооружением составляет 180 килограммов. А сейчас на площадку приземления заходит старший прапорщик Тузов Виталий, заслуженный мастер спорта, совершил более 13 тысяч прыжков с парашютом, чемпион мира, чемпион России вооруженных сил, участвовал в подготовке группы для высотного десантирования на архипелаг земли Франца Иосифа. Вот он сейчас делает маневры для того, чтобы выбрать площадку приземления. Вслед за ним заходит старший сержант Трошкин Денис, инструктор по парашютной подготовке,
совершил более 1800 прыжков с парашютом. Неоднократный призер первенства воздушно-десантных войск. Входил в состав группы для высотного пилотирования на архипелаг «Земля Франца Иосифа». Следом за ним сержант Зверев Сергей, инструктор по парашютной подготовке, совершил более 900 прыжков с парашютом. Неоднократный призер спартакиады вооруженных сил. Сержант Боярский Николай, инструктор по парашютной подготовке, кандидат в мастера спорта России, победитель Кубка России по точности приземления, более 1200 прыжков с парашютом. Прапорщик Бравашов Роман, первый разряд по парашютному спорту, более 600 прыжков, неоднократный призер чемпионата воздушно-десантных войск. И завершает прыжок этой группы старший сержант Рубцов Максим, инструктор аэродинамического комплекса, мастер спорта России, инструктор по парашютной подготовке, совершил более 3500 прыжков с парашютом, неоднократный призер чемпионата вооруженных сил, чемпионата России. Парашютисты 309-го центра поздравляют Валентину Владимировну Терешкову с ее юбилейной датой 60 лет полета. Поздравляем! Аплодисменты! А вертолет делает ровный заход. Он сейчас находится на высоте 1200 метров.